распахнулась дверь. Кому стал нужен я теперь? У меня течет по щеке слеза. Никто не смотрит мне в глаза. Днем в приюте распахнулась дверь. Кому стал нужен я теперь? У меня течет по щеке слеза. Никто не смотрит мне в глаза. Разбитые мечты, детские обиды. Сидят в приюте сироты-инвалиды. Им хочется сказать, где мой дом и почему я не оказался в нем. Они часто зовут по ночам свою маму, а она их забыла, променяв на рекламу. Не могу на это смотреть спокойно. Они люди и должны жить достойно. Мы сковали себя в заборы здания. Рекламы испортили детям сознание. Деньги возвели в абсолютный идеал. Пора сменить пленку, переключить канал. Прогуливая ежедневно уроки и пары, молодежь заполняет местные бары. Многие променяли чувство, мораль на пачку бумаги, и мне их жаль. Днем в приюте распахнулась дверь. Кому стал нужен я теперь? У меня течет по щеке слеза. Никто не смотрит мне в глаза. Днем в приюте распахнулась дверь. Кому стал нужен я теперь? У меня течет по щеке слеза. Никто не смотрит мне в глаза. Окурок, порог, гулял серый ветерок. Этот мирок подчинил себе лжепророк. Наркомания — это чума нашего века. Детям нужна ваша родительская опека. По течению плывут, а надо жить делом. В ящике ложь, правда, на асфальте мелом. Лужами крови залили переходы, тротуар. Забыв о ценностях, втыкали под минимал. На выкате глаза, потом мутки на хате, нате. Мозг заполнен дымом, тело в разврате. Честно скажу, брат, тут дули почти все. Если ты закроешь пластиковые ставни окна, этот воздух проникнет через щель в стене. Дым в комнате, в легких, потом отхода. Как папайя сорт, ваш сон или паранойя? Аллилуйя, Господь не откроет берегов рая. Спасутся те, кто не пал, сохранил потенциал. Как квартал и Жуков жил, не принимал. Днем в приюте распахнулась дверь. Кому стал нужен я теперь? У меня течет по щеке слеза. Никто не смотрит мне в глаза. Днем в приюте распахнулась дверь. Кому стал нужен я теперь? У меня течет по щеке слеза. Никто не смотрит мне в глаза.